Двигался я на своем личном автотранспорте ВАЗ-2105 темного цвета. Выехал я из дома. У меня проблемы с дыханием. Я понял, что забыл капли, и мне срочно нужно было вернуться, закапать нос. Я стал спешить. На повороте я, машина классика старая, не справился с управлением, меня занесло на бордюр. А девушку я не видел от бордюра, меня отрикошетило машину, девушка стала убегать с бордюра, и я столкнулся с ними. По истечении ДТП я скрылся, потому что находился в состоянии аффекта, я не знал, что делать, полностью чувствую свою вину. Ко всему этому я хочу добавить, для этого ребенка я готов все сделать. Даже если мне придется его воспитывать до 18 лет, я это сделаю. Лишь бы я был прощен им. Я всегда осуждал людей, которые скрывались в ДТП. И сам вот так поступил. Я не знаю, почему я был в состоянии эффекта. Я не знаю, почему я скрылся. Я даже этого не должен был делать.